Вторая глава, 17 стих. Всех посчитайте. Братство любите. Бога бойтесь. Царя чтите. Слуги со всяким смиренным мудрием. И страхом повинуйтесь господам, и не только добрым и кротким, но и суровым. Вот одно предложение это только выполнить, и ни одной революции не будет, ни одного мятежа, ничего больше не надо. Это целая программа. Причем всех посчитайте. Что больше добавлять-то? Посчитайте. А посчитаешь ты тогда, когда считаешь его не хуже себя? Все, здесь ни национальности нет, ни партийной принадлежности, все. Так а что, ее разбойника посчитать? По его статусу. Ты понимаешь, что это означает? Я остановиться хотел на одном только слове, братство любите, потому что от царя чтите, здесь я и царь. Независимо от того, какой ты есть, брат, сестра, только мы двое. А братство это все вместе. Вот это повеление объединяет всех до одного. Притом, какое братство? Коммунистический лозунг был. Человек человеку друг, товарищ, брат. Братство по оружию бывает. Братство по национальным признакам, по партийным собирается. У нас братство во Христе. Вот это братство надо любить. А кто в это братство входит? Вот вопрос за вопрос уже сразу идет. Те, которые в церкви, которые Христа признают за Бога истинного. А пророки... Пророки они ожидали и хотели видеть этот день. Это наши братья, все пророки. А начиная с кого? Начиная с Адама. До сегодняшнего дня. А какой национальности? Ну, пророки все были евреи, апостолы все 12, а уже другие апостолы, там и греки попадались. А потом святые уже сирийцы были, египтяне, макарии египетские. Это все наши братья. И это братство надо любить. Вот полностью это выполнить сектанты уже не могут, потому что они сразу с первого века перескакивают в век образования своего. Лютеране сразу скачет в 16 век, баптисты в 17-18 век. То есть, а это как будто церкви нигде. Полностью выполнить вот это может только человек церковный. Братство любите. А в другом месте написано, что все люди братья по рождению, по Адаму. По Адаму Христос говорит, а второй Адам, а по первому Адаму мы все братья. А в другом месте написано, не любите мир, ни того, что в мире. Прямое повеление. Значит, кто мне брат, это нужно сразу, строго для себя очертить этот круг и за него не выходить. И оказаться в этом братстве. Что говорит об этом Слово Божие? А может быть он в церкви находится человек и рядом с тобой и причащается, а совершенно и не брат. А может такое быть? Может. Писание об этом говорит. Многие потерпели кораблекрушение в вере. Из вас самих вас лютые волки, волк рядом находится. Значит, нужно стремиться, чтобы было братство. Вот у нас истинно братство. Почему? Мы знаем друг друга. Мы звоним друг другу, когда кого нет. Посещаем больных, интересуемся. Нас роднило Слово Божие у ног Христа. Вот это братство, его надо беречь. Ты пришел в это братство, а ты его образовывал. Ты вопрос следующий задавай. А хочешь, чтобы это братство было полноценным? Ну, конечно, значит, нужно, чтобы все были таланты здесь. А какие таланты? Это не специальности. У нас есть определенные таланты. А есть такие таланты, которые просто искать. Узнаешь в других общинах? Есть. Я сколько говорил, латонцы, нет, об этом надо воздыхать. И эти таланты описаны у апостола Павла в послании к римлянам. Послание к Коринфянам. Если раздавать, раздавай так-то. Если начальствующий, начальствуй с усердием. Оказывается, и начальники входят в это братство. Братство любви. Вторая, первая книга Маковейская, 12 глава, 10 стих. И вот они говорят, для возобновления братства иудеи послали к римлянам. Странно, наверное. Прямое повеление Божие иудеям не знать с язычниками. И вдруг избранные Божии, святые люди, решили возобновить братство. Это очень и очень удивительно. Выходит, что братство может быть и с неверующими. Дальше вопрос, в какой стадии, на чем оно основывается. Они основывались на принципе справедливости. У римлян было очень хорошее государственное устройство. Даже все конституции мира на сегодняшний день все опираются на римское право. Настолько четко оно у них было обосновано. Такой порядок евреям это понравилось. И они заключили союз
помогать друг другу, чтобы их нападал, как вот сейчас заключают союзы. Значит, это братство, слабое братство. Это не во Христе. Ну а разум дает Бог во Христе. С кем держать хорошие отношения, чтобы мы не воевали? Это не малашит. Это нам только кажется, что вот проходят события какие-то, нас не касается это в Эстонии, это все к нам относится. Все умышленно делают так, чтобы мы задумались, как мы живем. Не пропусти мимо, что совершается вокруг. А как же это братство? Вздумал уехать, ни с кем не посоветовался. Куда поехал? За границу. Ни совета никакого, ничего нигде нет. Значит, тебе неприятно это братство. В братстве мы члены друг друга. Мы всегда советоваться должны. Просить молитву, куда приехал. Кто-то заболел. Слово сказать мне только недавно, несколько дней назад, позвонили из Греции наши знакомые. Хорошая сестра, примерно возраст 35 лет. Видимо, хлебопекарь не работала, рука попала в тестомес. Это страшное дело. Руку все раздробило, в больнице лежит Наталья звать. Просили помолиться. Я называю имя, чтобы вы знали. Это братство настоящее. Она знает, что здесь братья. Она сразу бежит на телефон, звонит, ходатайствует перед Господом Богом. Она в тяжелом положении находится. Бывает так, что руку захватило и с плечом отрывает. Это братство. Братство любите. Берегите его. Завтра будет 6 число, а 17 на Вознесение Господне будет решаться, как у нас будут проходить богослужения. Может быть, идет указ поминать патриарха. Быть может, нам руки выкручивать будут. Может, наше братство пойдет на разрушение, они думают. Мы ничего не знаем, повторяем, до последнего дня. Мы ничего не придумаем. Мы будем только молиться. Сохрани наше братство. Нам так хорошо всем вместе. А Господь может быть наше братство расширить. Хотя где бы я ни встретил, в городе, как вчера, я встречаю лютую, нечеловеческую, бешеную ненависть по отношению к нас. Связано с моим именем. Пророки, священники, которые не считали, люди не видели. И мы должны сохранить братство, что братство наше должно расширяться. Перед нами стоят очень большие задачи. Надо работать. Книга Иова, 6 глава, 15 стих. Он говорит, но братья мои, братья мои, неверные, как поток. Вот такое может быть братство. Это Иов видел. Случилась беда, и никого нигде нет. Братство прочное в любой обстановке. Завтра может быть гонение, в один день обстановка может измениться. Братья мои, неверные, как поток. Он сказал, слова запечатлелись в книге. 3600 лет минимум, как эта книга есть. Одна из древнейших книг Библии. Что это, братья были? Неверные, как поток. То есть убегают куда-то мутным потоком, и их нет. Братья, это мы кисточки, ягодки на одной виноградной кисти. Вот кто мы должны быть. Псалмопевец Давид 21-23 говорит. Буду возвещать имя твое братьям моим, посреди собрания хвалять тебя. Братство заключается в том, что мы делимся Словом Божьим. Буду возвещать имя твое посреди собрания братьям моим. Попробуйте перечислить, кто братья, за кого молишься, это братья. Или просто прости и помилуй, или у тебя есть, кого ты конкретно ходатайствуешь перед Богом, и ты внутренне уверен, что это необходимо, и будет большой ущерб, если ты не будешь молиться. Братство может пошатнуться, ты все это имеешь реально перед собой. Псалмопевец 132.1 говорит, как хорошо и как приятно быть братом вместе. Есть дела хорошие, ну замечательные, но неприятные. Ну, хорошо знать 10 языков иностранных, а попробуй лучше. Замучаешься. А есть вещи такие, которые приятные, но они нехорошие. Даже говорить стыдно. А вот хорошо и как там за того, это объединилось все вместе. Это братьям быть вместе. Сравнение какое дает, как елей, который вот борода распущена, и только отлипается от масла елей, стекающий на бороду. А могут ли сектанты быть такими? Не могут, потому что бороды нету. Прям они должны сказать. У нас братство елей, стекающий на подбородок, а дальше на галстук, а тут, говорит, на одежда Ааронова, на священного, у них священства нет. Я с какой бы стороны ни посмотрел, именно о нас речь идет. Какое чудное нам Бог дал братство. Запомните, иди на место для того, где говорится, что и хорошо, и приятно. Во всех отношениях быть дружными друг с другом. Молиться и помнить. Вот эти на иконах, кто лики,
это наши братья, мы с ними не раздельно. Умершие, отошедшие, которые будут, это наше единое братство, любите их. В тех танках много они потеряли. Их можно только пожалеть. Представьте, никого не каждый сам по себе понимает Писание. Это ни Златоуста нету, ни Василия Великого, ни соборов, вселенских, ни поместных. Они не знают, как поступать по любому правилу. Они везде блуждают. А у нас все это есть. Любите братство. Потому что мы находимся в Вселенской Церкви. А по большому счету, да ведь ангелы тоже наши братья. Они недавно являлись и говорили, братом называли. Да еще больше могу сказать. Иисус говорит, кто меня слушает, исполняет, тот не матерь, брат и сестра. Вот братство во Христе. Он сам братом называется. И ты можешь даже сказать, я брат Христу. Он дал это право нам. Любите братство. Притча Соломона 6:16-19. Вот что ненавидит Господь. Это ненавидит он что? Дерзость. Ума ненавидит. А что Господу приятно? Приятна дружба. И ненавистен сеющий раздор между братьями. Я ведь говорить не могу. Сеющий раздор. Вы приглядитесь, когда вот бывают люди, вот у нас потом уходят, как, ну, разрешили, главная причина, с батюшкой не удалось поговорить. Но вы добились это? Нет. Ничего не добились, потерпели урон и все. У тебя главное должно быть сохранить братство. Есть люди у нас, которые ушли, они не воевали, ничего, и конечно продолжают то звонить, то встречаешь, то спрашивает, интересуется. А с враждой ушедшего не может. Ушедший в секту, он не может интересоваться, как дела в церкви. И они между собой не ладят. Братства не может быть. Спросят, а католики нам братья или нет? Католики до 1054 года, пока церковь была нераздельна, определена. Остальное Бог рассмотрит. В моем понимании, братство во Христе – это признание единосущной нераздельной Троицы. Это мое личное понимание. И там, где есть истинное, законное, рукоположенное священство. У Матфея 12:50 читаем. Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат. Вот как определить можно братство. Волю Отца Небесного – это быть в церкви. Вне церкви нет братства. Кто бы как ни говорил, скажет, а вот хорошо, мы собрались, баптисты, адвентисты – это не церковь. Это не наше братство. И за то, что ты будешь говорить, что у них все хорошо, а у нас хуже, это обязательно придет к тому, что ты потеряешь, что имеешь. С кем бы вы из них не встретились, хорошее признайте, хорошее, а скажите, все-таки это не церковь. Вне церкви нет спасения. Матфея 23:8. Христос говорит, один у вас учитель Христос, а все вы братья. Где? Во Христе. И когда нам будут говорить, а почему вы называетесь братом, брат или сестра, у людей это там, ну там твой брат пошел или твоя сестра, потому что у нас один отец, и мы молимся ему. А братьев, ну отец один, значит братья. Даже мать разная бывает, если все равно по отцу братья, как у Иакова было. Так что и Господь может быть, мы называемся католиками, там православными, место у нас один. И такое может быть. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Завещеваешь, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, удаляющего бесчинно, и по преданию, которое вы получили от нас. Сектант верби полностью предание. Вот это место как раз и показывает. Удаться нужно. Не стремиться туда, а отстраняться. Два раза обличил, отойди, ты только потерпишь урон. Если вы истинно православный христиан, вы поймете, что нам Бог дал, какое братство. Ты всегда говоришь, брат Иоанн Златоусты, Киприан Карфагенский, его молитвы, наизнание демонов. Что бы ты ни взял, это молитву составил, богослужение. Послание к Евреям 2:11. И освящающий, и освящаемое все от единого, потому что Он, Христос, не стыдится называть их братьями. Он нас не стыдится называть братьями. И немножко спросим, а что же такое чтить Бога? Тут написано так, чтобы мы чтили Его. В чем заключается почтение к Богу? Несколько мест. Второе послание, книга Маковейская, 1:3 об этом говорит. Чтите единого Бога. Левита 19:30. Чтите мои субботы. Вот постарайтесь для себя поставить правило, сделай все возможное, чтобы в воскресенье быть на службе. Дальше далеко ты не мог, в субботу, ладно уж, ну если возможно, ты многое потеряешь. Чти субботы Господни. Для нас суббота это воскресенье.
Кто не знает, скажу, что первые правила были в Церкви Христовой. Чтили одинаково. И воскресенье. Вот такие правила были. И не где-то они записаны, а в правилах Петра и Павла. Потом в книгу даже их не внесли. Левит 26.2. Чтите святилище мое, говорит Господь. То есть храм. Берегите. 4 Царств 11.28. Говорит, что чтили учителей. Исаия 8.13. Господь Саваоф, его чтите свято, и он страх ваш, и трепет ваш. Сектанты почти все знают, Бог есть любовь. Больше дальше не идут. Как любовь? Да вседозволенно. Бог есть страх ваш и трепет. Повтори несколько раз. Перед лицом Божьим не сотвори ничего неугодного ему. Страх и трепет. Он сметает целые континенты. Нации уходят, и как будто их никогда не было. Иоанн 5.25. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Так они, как мы чтим отца, Аллаха, не чтите сына, сына равного отцу. Он его послал. Вот весь ответ всему мусульманству подводится так. Пробудить мы говорить нечего. Иоанн 12.26. Кто мне служит, того почтит отец мой. Так я почтен буду у Отца Небесного, если Христу служишь. А Господь говорит, любите меня, соблюдите слово мое. Деяния апостолов 18.13. Некоторые говорили на апостола Павла, что он учит чтить Бога не по закону. То есть людей точно знали, как чтить правильно по закону. И они правильно чтили. Но когда пришел Христос, они его не приняли, и это почтение ушло в сторону. Они теперь, кажется, в пустоту бьют. Ожидаем Мессии, но он пришел. Он уже принятый верою. Дальше. У Малахии 1.6. Именно так. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Дети чтут отца, в чем почитают почтение твое? Ну, это же нетрудно выразить словами-то. А почтение к отцу в чем? Мы посмотрели. Исполняя слово его, я возвещу братьям имя твое, к святилищу, к священству, к церкви. В этом выражается почтение Богу. Книга Судей 6.10. Напротив того, не чтите никаких богов. Книга Чисел 23.37. Когда люди чтят друг друга в ущерб почтению Богу. И Валах Валаму говорит так, неужели в самом деле могу я тебя почтить? То есть дать тебе все потребное, наградить, дать большой богатство, эту комнату наполнить золотом, но ты только прокляни мне народ Божаиля, и все у тебя будет. Но Господь навел на него страх, не сделал это. Поэтому может случиться так, как было в Грузии. Пожили икону, это Кура, река, и чтобы каждый, проходя, плюнул на нее и на тот берег переходил. Кто не плюнул, режет и кидает в реку. И река была перегорожена трупами. И подошла некая девочка, она упала, говорит, поцеловала икону, а некоторые плюнули и перешли, и стерла все эти плевки. У нас вот такой выбор иногда может быть, даже незаметно. Как мы чтим Бога? А почтение заключается в почтении к слову его. И когда мы беседуем, не уступаем врагам, которые не знают слова. Нас ведь сегодня разделяет с людьми, которые называются православные, отношение не к зарубежной церкви. Ее таковой уже нету. А почтение к слову Божию. И если мы говорим о почтении к Богу, о том, чтобы мы любили братство, это все проистекает из этой книги, имя которой Бле. Аминь.